Привет, я Тай, и это уроки Osmo Mobile. Вы узнаете, как по максимуму использовать ваше устройство. До начала урока важно понять, как Osmo Mobile реагирует на ваши движения, такие как ходьба и бег. Устройство распознает мелкие рывки и подергивания, и подвес сглаживает их, давая вам четкую, стабильную картинку. Но если вы намеренно перемещаете из стороны в сторону или наклоняете камеру, подвес следует за ней, понимая ваше движение. Это делает Osmo Mobile уникальным. Секрет невероятно сглаженных кадров — ваша походка. Подвес Osmo Mobile реагирует на смещение по трем осям. Вы должны контролировать четвертую — вертикаль. Чтобы двигаться мягко, без рывков вверх и вниз, передвигайтесь на полусогнутых ногах, мягко наступая от пятки к носку. Внимательно следите за монитором, чтобы избавиться от рывков в кадре. Расслабьте локти, чтобы сделать движение еще плавней. Научитесь этому, чтобы перейти к бегу, подъему и спуску по ступеням и преодолению препятствий. Это все на сегодня. Спасибо за просмотр и оставайтесь с нами, чтобы увидеть больше уроков.